Короче, нас надурили. Да, я видео снимаю. Приходил окончик. Вот этот трамплин для окна вставляется вот сюда. Чтобы рама... О, мама ходит. Ой, это мы отсюда сняли ее, да? Бабушка, я видео снимаю просто. Вот, такой трамплин сюда вставляется. Просто, чтобы рама оконная... Дай-ка... Вот, когда закрывается... Рама типа вверх как бы заходит на свое место. Продал одну штуку нам окончик за 10 рублей. Это в долларах сколько? Ну-ка. Меньше 5. Ну, меньше 5 долларов ну, продал 5. Нам. Сейчас открыли в интернете кусок пластика. 50 копеек. Там даже 27 копеек, но я уже округляю. Ну, даже рубль. Хоть бы за ну, 3, ну, 5 рублей продал. Ну, не за 10 же, правда? Ты надо надурил. И ходит, все смеется. Веселый какой-то чувак. А, еще нам поменяли резинку в этом окне. Вот, она теперь, это шлигель называется. Беленькая такая. Вот, Аня, руки убирай. Аня. Ой. Просто у нас тут была выгнута рама. При установке пережали. Он еще расстыковку сделал. Стекло чуть-чуть оголилось. Вправо пошло. Получается, что теперь у нас вот это окно идет также под углом. Вот если издалека посмотреть, может видно немножко. И здесь вот эта щель, она закрылась. Резинка и плюс рама подогнулась направо. Так, звоним. Ваше окошко. Я показываю видео. А что это? Это что-то вертикальное. А как то, эта штука выглядит? Снимается просто. Ну, элементарно. Вот это снимается. Да когда я видео вчера тоже смотрел. Вот этот штапик снимается, и там что-то он делал, да? Потом да, я не знаю, что там надо клинья делать. Клинья там всякие пластиковые. А, такие как на пол, наверное, клинья, да? Ложится. Что-то он так... Ну да, за эту работу там сколько? 38 или 46 рублей. А за эти пластиковые по 10 рублей вообще прикол. Блин, ковырялся. Так а что он еще не заплатил? Да-да, сказал, заплатите. Это за сетки мы потом заплатим. Ну так взяли десятку, если он 20 взял, десятку откиньте. Работать ему за 50 копеек и 50. Угу. Ну давай, звони, я хочу послушать, что там, почем. Или они скажут, мы таким не торгуем там. Да, и спроси, почем метр погонный шлигеля их. Может, он не 4 рубля стоит. Мама. И, а мне кажется, она скажет, все у мастера спрашивайте. Садись, звони. А вы, говорите, просто скажите, так, интересно. Телефон. А, сейчас дам телефон. Там потом. Ой, трамплин. Трамплин за 10 рублей валяется, Дима. Трамплин. Трамплин. Трамплинчик. В общем, мы уже приехали домой вечером с дачи. Сейчас я дозапишу видео, как же там мы дозвонились до этих оконных компаний. Ну, некоторые не брали трубку, потому что выходной, суббота. Звонили еще в ту компанию, где мы заказывали окна. Короче, подняла женщина, сказала, что у них есть только трамплины для балконных рам. И они стоят у них вообще 15 рублей. А я говорю, а для окна будет сколько стоить? Она сказала, что у них сейчас наличия нету, но надо на производство звонить. И там, говорит, скорее всего, будет такая же цена 15 рублей. А потом я стала звонить, нашла номера телефонов людей, которые занимаются регулировкой окон, установкой тоже. И вот первому самому позвонила, кому-то мужчине, Дмитрий. И он сказал, что... есть у него такие трамплины, они там бывают двух видов, и говорит, тот, который типа получше, типа он стоит у него 6 рублей, но это уже сразу с установкой, ой, с регулировкой. 6 рублей я плачу за этот трамплин, за этот кусочек пластика, и сразу он же регулирует окна. Получается, стоит 6 рублей белорусских. А я вот, мы, получается, заплатили отдельно за регулировку 10 рублей и 10 рублей еще и за саму вот эту пластиковую штучку. Это вообще прикол. А я у этого мужчины спрашиваю, а можно мы просто купим эти трамплины, ну, сами их поставим?
Он говорит, ну, в принципе, мы так не делаем, но если вам, типа, супер надо, ну, за 4 рубля он нам отдаст этот трамплин. Ну, уже 4 рубля, это ж не 10 хотя бы, ну, допустим. Просто интересно, это такие же штуки или это какие-то другая модификация? Еще этот регулировщик сказал, что желательно этот трамплин надо как-то правильно отрегулировать там. А, то есть этот трамплин надо установить вместе с регулировкой под окно, чтобы оно там как-то вместе хорошо взаимодействовало, а не то, что типа окно провисает, ну, рама провисает. То есть надо как-то раму сначала отрегулировать на место и вставить, потом поставить трамплин. Ну, вот так вот. Ну, короче, надурили нас. Получается, за две, за две пластиковых штучки мы отдали 20 рублей. Это вообще прикольно. 20 рублей. Это, короче, бизнес какой-то. Потому что мой муж, Дима, нашел в интернете вот эти вот штучки, трамплины. Там в розницу за 27 копеек они продаются. Так что это бизнес окончиков.